День знаний в НИУ БелГУ не перестает удивлять. В преддверии большого вечернего концерта для студентов и белгородцев развернулась интерактивная праздничная программа. Хореографические мастер-классы от творческих коллективов молодежного культурного центра НИУ БелГУ и спортивные состязания. Армспорт, настольный теннис, дарт, стритбол, фрисби, шахматы и шашки. Фотозоны, розыгрыши призов и подарки от партнеров праздника, показательные выступления спортсменов и такие развлечения, как бампербол, надувной боулинг, аэробейсбол, лучный тир и многое другое. Яркое впечатление произвел парад студенческих объединений университета. На площадке расположились красочная ярмарка этнокультур иностранных землячеств университета и выставка студенческих объединений НИУ БелГУ, которые презентовали свою деятельность первокурсникам. Продолжили программу выступления творческих коллективов вуза солисты и танцоры ансамблей «Отрада», группы «31 регион», арт-студии «Вереск», балета «Мариданс» и другие. В вечернем небе под бурные овации был запущен аэростат с символикой НИУ БелГУ, после чего на сцену поднялись долгожданные участники праздничного вечера – популярная группа «Мохито». Привет, БелГУ! Привет, Белгород! Нам очень приятно сегодня быть на этой сцене, поздравлять вас с таким замечательным праздником. Сегодня будем петь, танцевать все вместе, конечно же, веселиться. Нам очень приятно сегодня здесь быть. Начнем с медленной, а дальше будут только самые лучшие песни. Поехали. Ну, оглянись, ты увидишь все в твоих руках. И в руках каждого из вас. Ангелы так часто появляются среди людей. Их тепло. После выступления группы для поздравления студентов с началом нового учебного года на сцену поднялись ректор НИУ БелГУ профессор Олег Полухин, представители ректората и директора институтов. Все, что мы сегодня с вами пережили, это станет нашим достоянием и укрепит нашу университетскую семью, сделает ее еще более прочной, еще более уверенной, продвигающейся вперед. Праздником вас, дорогие друзья! Я прошу одну девушку первый курс и одного мальчика первого курса, которые сейчас нажмут на эту кнопку, и после этого у нас начнется фейерверк. Быстренько, пожалуйста, подходите. Так, вижу руку, иди сюда, дорогой. Девушку бери с собой. Олег Николаевич предложил двум первокурсникам подняться на сцену и, нажав символическую кнопку со звонком, дать старт новому учебному году. Завершилась программа Дня знаний праздничным фейерверком.